Анастасия, вы нас слышите? Да, я вас слышу. Здравствуйте. Да, как там дела, Настя? Как в Северной Корее говорят, там целая космическая программа. Моментально превратиться в корреспондента с места событий, быстро придумать подводку, симпровизировать и, конечно же, рассказать о себе. Такие вот задания выполняли участники второго этапа кастинга телеведущих на Универ-ТВ. Меня зовут Анастасия Попова. Мы ведем прямой эфир с Северной Кореей. Сейчас мы находимся рядом с космическим зданием. Сегодня в лифте застрял министр ЖКХ. Интересно получилось, потому что ЖКХ занимаются лифтами. Оценивали их настоящие профессионалы. Артем Князев, ведущий Авторадио, ведущая Радио Шансон Анастасия Иванова и ведущий БИМ-радио Артем Рычов. Чтобы услышать долгожданное «да», надо иметь не только приятную внешность, но и уметь грамотно говорить, следить за дикцией и быть знакомым со сценическим движением. Итоги кастинга совсем скоро появятся в официальной группе телеканала во ВКонтакте. Диана Жилинкова, Ленардо Вольтиаров, Универ-Ньюс.